Нерабочие дни в Кировской области продлевать не будут. Информация появилась на сайте правительства региона. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме. Но QR-коды по-прежнему будут действовать при посещении фитнес-центров, салонов красоты, заведений общепита. То же самое касается и развлекательной сферы. Действует также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов утра. При этом центры «Мои документы» с 8 ноября вернутся к прежнему режиму работы. Для их посещения QR-код не нужен.